Дорогие дамы и господа, вот это вот шампанское, безалкогольное, малиновое, немножко ты попала не в кадр, вроде бы, перезаписать? Да, вставить. Оставить? Разрешили оставить, потому что она не хочет в кадр попадать, моих влогов. Ну, в общем, вот такое безалкогольное шампанское малиновое, оно, знаете, какое вкусное, да, Ника? Тебе понравилось? Да, очень. И мне тоже очень понравилось. Просто потрясное шампанское. Оно не сладкое, не кислое, такое нейтральное. Обалденный вкус. Просто восхитительный. Теперь, что касается вот этой замечательной вещи Viva La Vie. Очень тоже хорошая штука. Просто очень похоже на алкогольное вино даже, да, Ник? Чем-то оно похоже на алкогольное вино. Такое, какой вкус, как ты вот считаешь? Какой вкус, как ты считаешь? Похож на обычное вино. На обычное вино. А какой ты такой, ну, кисловат или какой вкус? Не кисловатый. Не кисловатый? Ну, такой терпкий, да? Терпкий виноградный вкус. Я прав? Да. Хорошо. Вот. Кстати говоря, у нас еще есть морсик, черная смородина. Так как я встаю в 5 утра на работу, я с работы сегодня приехал. У нас еще есть энергетик Арин Раш, чтобы взбодриться. И сейчас я с помощью определенных, ну скажем так, практик, хотя может быть это не совсем практики, расширю свое сознание. И затем посмотрю один новогодний фильм и запишу «Синема умам», который посвящен этому фильму. Теперь уже всех я поздравляю с наступившим годом. Желаю вам в этом наступившем году быть в первую очередь счастливыми, во вторую очередь здоровыми, в третью очередь любить и быть любимыми, и в четвертую очередь... Ну, вообще тут очереди могут быть хаотичные, и не обязательно, что это была последовательность, некая ступенчатость, да? Пусть все будет смешано, пусть все будет позитивно, хорошо, великолепно, восхитительно и просто потрясающе. Пусть некая феерия закружит вас в новом 2019 году. А я напоминаю, что год свиньи, он еще не наступил, а наступит он 5 февраля. Так что пока еще с годом собаки вас. Я поздравляю с продолжением года собаки, а год свиньи мы ожидаем. Все. Всем пока. До встречи в программе «Синема Ума».